Уважаемые граждане Кашихабльского района, в связи с неблагоприятной обстановкой по вопросам коронавирусной инфекции, у нас в районе работает телефон горячей линии, куда вы можете обратиться с наболевшими по этому поводу вопросами. Часто задаваемые вопросы о профилактике коронавирусной инфекции, потом о вакцинации, которая проводится в нашем районе, спрашивают, в каких населенных пунктах проводится вакцинация против коронавирусной инфекции и сроки, в которые она делается. Потом обращаются еще с возникшими симптомами простудных заболеваний очень часто и просят вызвать ковидную бригаду. То есть просят вызвать зачастую скорую помощь в связи с повышением температуры. По перечисленным вопросам вы можете обратиться на телефон горячей линии, телефон прямой, номер 122. Там вам ответит сначала оператор горячей линии, а потом вы нажимаете четверочку, и вы попадаете в Кашихабльский район.